Привет, друзья! Сегодня вам хочу рассказать о зелени базилик ароматы Востока. Он подходит для выращивания на балконе, подоконниках. Также можно его круглый год выращивать в горшках. Это я уже сама проверяла, поэтому вам говорю. Значит, что можно рассказать вам об этом базилике? Базилик лучше всего выращивать рассадой. Посев его нужно производить в март-апрель, середины марта до середины апреля. Значит, базилик ароматы Востока. Оригинальная смесь из самых популярных сортов базилика. Она порадует вас разнообразием форм листьев и их цветовой гаммой. От изумрудно-зеленого до темно-фиолетового и богатым букетом теплых, холодных, терпких, сладких ароматов. Гвоздичного, перечного, лимонного, анисового, коричневого, мятного аромата. Растения быстро отрастают после срезки. Рекомендуется для использования в свежем виде. В качестве салатной зелени и в домашних кулинариях в сушеном виде при консервировании как приправа для ароматизации выращивают 50-60 дней рассады. Сходы появляются через 1,5-2 недели после посева. Свет и теплолюбивое растение. Вот такое вот растение базилик. Я сажу обычно в теплице поликарбоната, где я выращиваю помидоры. А по краю самой дорожки можно посадить вот такой вот базилик. Он очень любит тепло и ему как бы будет более достаточно. Там более такая хорошая среда как раз для его выращивания. Ну так что подписывайтесь на мой канал, и мы будем с вами выращивать вот такую душистую зелень.